грядущее поколение. Но самого города держит в своих руках это знамя. Вот сейчас выступал здесь гордость бухарских евреев, это богатство бухарских евреев, Роман Михайлович. Говорил о своей поездке в Самарканд. На следующий день, когда он приехал из Самарканда, он мне позвонил. Иосиф Захарович, вот я приехал, вам большой привет. И начал перечислять. Вот как Хашиму, Фарух Акимович, много говорили. Я на следующий день звонил в Самарканд. Мы часто с ним созвонимся. Он говорит, Иосиф Захарович, Роман Михайлович, оказывается, ваш большой друг. Мне, говорит, очень понравилось. Общение с ним доставляет мне большое удовлетворение. Дай Бог ему здоровья. И, говорит, это чувствуется, что человек высокого культуры и интеллекта. Что человек, который действительно масштабный. От меня еще раз передайте ему большой привет. И скажите, что я получу от него и заряд бодрости, и заряд оптимизма. Вы действительно, Роман Михайлович, от вас аура, вот вы здесь присутствуете, и вот чувствуете, вот этот зал теплее становится, зал становится светлее, потому что вы излучаете свет, вы излучаете тепло людям. Дай Бог вам здоровья. Да помните, что вы принадлежите не только семье, а народу, вы принадлежите общине, вы достояние народа. Об этом никогда не забудьте, потому что мы всегда, в любой момент знаем, к кому обратиться, кто нам всегда день и ночь может помочь. Это Роман Михайлович Виталов. Человек-легенда. Человек, который вошел в историю иммиграции бухарских евреев, яркой неординарной страницы. Вы наша гордость, мы гордимся. Вот рядом с вами сидит рабай, я его очень уважаю. Вот когда проводит поминки очень четко, без лишнего этого. Вот сегодня он выступил, говорил, действительно, рабай Борхаджай, дай Бог вам здоровья. Что вам просится, ну вот вообще. Спасибо. Я хочу сказать, дорогая Зоя, ты действительно сильная. Замечательная женщина. Я горжусь, что ты моя двоюродная сестра. Я горжусь, что ты воспитала прекрасных детей, что ты пользуешься большим уважением, авторитетом среди нашей общины, что мы всегда слышим, кто это? Рахматовна. Это жена на нашей седьмом районе. Это дочь. Это сын. Это действительно. Сегодня, дорогие друзья, будет исполнено из выступлений людей гимн бессмертия Марача Ариньевича Сазанаева. Сегодня будет исполнено гимн славы замечательной, легендарной жене Зое, брату Марача Сазанаеву Зинге. И вам скажу, и действительно, Эдик. Так что человек он не умер, он в устах людей, он постоянно в сердцах людей. Мирюхата Баганеди, Теша Баганеди, слава Божьему, слава Божьему. Зиночка, дай Богу здоровья. Очень много о вас говорят, теплых, хороших слов. Дой халк, боли сыром. Это все, конечно, идет в минус. Спасибо.